Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Двое мирных жителей пострадали в минувшие сутки. В поселке Троицкое Луганской области местная жительница подорвалась на растяжке во дворе. Еще одну женщину госпитализировали с минно-взрывными ранениями в результате обстрела в Авдеевке. Всего на Донбассе зафиксировано больше сотни обстрелов. Такое количество в штабе АТО называют рекордным за последние 8 месяцев. На Луганщине под огнем Крымская, Золотое и станица Луганская. В Донецкой области неспокойно по всей линии соприкосновения.